Уважаемые ульяновцы, искренне поздравляю вас с наступающим Новым годом. Этот замечательный праздник дарит нам любовь, счастье и веру в будущее. Именно с Нового года мы стараемся начать все с чистого листа, а плохое оставить в уходящем году. От всей души благодарю вас за понимание, доверие и неравнодушную позицию. Все лучшее, что создано Искрином в нашем городе, это результат совместной работы всех его жителей. За год было проделано немало работы. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроено 50 дворов, 9 зеленых зон. Продолжился капитальный ремонт квартирных домов. Комплексно благоустроена улица Ленина, которая приобрела совершенно иной вид. Приобретена новая дорожная спецтехника для повышения качества содержания городских улиц. Отремонтировано свыше 40 километров дорог, обновлено более 20 километров тепловых сетей. В 2021 году открыл свои двери новый детский сад в микрорайоне «Новая жизнь». Продолжается строительство детских садов на улицах Отрадной и Шигаева. Благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребенка» 32 школы города обеспечены высокотехнологичным оборудованием. Уверен, что эти события обязательно станут фундаментом для новых свершений в наступающем 2022 году. Вместе нам по силам решить непростые задачи и реализовать многие планы, направленные на процветание города Ульяновска. Желаю, чтобы Новый год наполнил вашу жизнь приятными ожиданиями, мечтами и улыбками. Пусть рядом с вами всегда будут родные и близкие. Сбываются надежды и мечты.